Творческие планы. Планов громадье. Мы только что выпустили пластинку, большую пластинку, 21 трек. Был очередной для меня творческий эксперимент. Мы записывали струнный квинтет. Мне так это понравилось. Я же даже подумала, что, а может быть, бог с ним, с этим рок-н-роллом, с этими грохотами, с барабанами, с громко звучащими инструментами. Захотелось какой-то прозрачности, ажурности, музыкальности. Может быть, и следующий мой альбом будет насыщен полифонией и струнными инструментами. Не знаю, поживем, увидим. Есть идеи, есть много таких набросков песенных. Конечно, хотелось бы все это собрать под одной обложкой следующего нового альбома. Но для начала откатаем тур под названием «Игра в классики». 5 декабря московская презентация программы и альбома «Игра в классики». Это Крокус Сити. Приходите.